Опрессовка 10 мая по контуру ТЭЦ-3 отменяется. Отказаться от намеченной даты отключения горячей воды энергетиков заставили просьбы горожан. Дело в том, что многие из них родительский день, который как раз выпадает на 10 мая, проведут на кладбищах за уборкой. Попросили нас 10 числа, чтобы была горячая вода, чтобы люди могли после того, как приехать с кладбищ, спокойно привести себя в нормальный вид. В связи с этим реально мы начнем испытания с 11 числа. Следом за опрессовкой в городе стартует капитальный ремонт теплосетей. Если судить по сумме, беспрецедентный для внутриквартальных. На него потратят 270 миллионов рублей. В прошлом году для сравнения средств было в 10 раз меньше. Развернуть масштабный фронт работ, признаются энергетики, позволил рост тарифов. И очень вовремя. 73% внутриквартальных сетей и половина магистральных лежат в земле дольше положенного срока. По контуру ТЭЦ-3 основные работы будут у нас по улице Попова. Это в районе улицы Исакова. А по северо-западной два участка. Один участок это в районе улицы Исакова, а второй участок, где мы в марте проводили работу. Предстоит отремонтировать и переложить 17 участков на Заринской, Балтийской, Гоголя и других улицах города. Это должно уменьшить число повреждений зимой. Кстати, в этом отопительном сезоне их было немного по меркам энергетиков – около 500. И только один с приставкой «сложный» – в марте на северо-западной. Одним словом, город перезимовал спокойно. Не подтвердились и опасения скептиков насчет 17-го микрорайона. С прошлого года вместо котельной АЗа его стало отапливать ТЭЦ-3. Ни одной жалобы в СГК от жителей 17-го в течение сезона не поступило, сообщил сегодня Александр Гросс. Алексей Янкин, Александр Морозов, информационный канал «Город».